31 октября 1811 года в окрестностях Петербурга, в царском селе, состоялось торжественное открытие императорского лицея, который представлял собой закрытое учебно-воспитательное заведение для детей российских потомственных дворян. На открытии присутствовал император с супругой и матерью, высшие сановники государства. С инициативой создания подобного привилегированного высшего учебного заведения выступили министр народного просвещения граф Алексей Разумовский и министр юстиции Михаил Спиранский. Ими же в 1810 году был разработан устав учебного заведения. Целью лицея была подготовка государственных просвещенных чиновников высших рангов. Отличительной чертой царско-сельского лицея был запрет телесных наказаний воспитанников, закрепленный в лицейском уставе. По итогам экзаменационных испытаний для обучения были отобраны первые 30 юношей, которым предстояло 6 лет обучения. Одним из них был Александр Пушкин.